В эфире прогноз погоды на АТВ. Сегодня о погоде на воскресенье, 23 января. По северным районам Бурятии солнечно и днем до минус 16 градусов. Ночью без осадков и минус 20. По югу пасмурно, будет идти снег и до минус 11. Ночью не так холодно, минус 15 градусов. В Улан-Удэ днем минус 11 градусов. Пасмурно и обещают небольшой снег. Ночью минус 18. Если вам что-то не нравится, измените это. А если не можете изменить, меняйте свой взгляд на вещи. Всем удачи! Интернет-магазин «Абсолют». Доставка продуктов прямо к вам домой. Цены, как в магазине. Быстро, удобно и просто. tgabsolut-shop.ru